Новый альбом Вилли Токарева так и называется «Победа». Работу над ним он и его команда закончили буквально на днях, и первым местом, где его презентовали, стал именно Крым. Вышла моя пластинка, которая пользуется невероятным успехом. Я даже этого не ожидал. Но здесь называется пластинка «Победа». Здесь моя песня «Победа», посвященная 70-летию нашей блистательной победы над врагом. И все остальные песни, посвященные нашей родине России. В них выражена моя трогательная любовь к моей родине. И я буду очень рад, что вы их услышите, эти песни. В Ялте Вилли Токарев встретился с главой администрации Андреем Ростенко, а также передал в дар городу свой альбом, посвященный 70-летию Победы. В очередной раз он признался в том, что очень любит Ялту и считает наш город лучшим курортом мира. Ялта будет одним из самых привлекательнейших уголков земного шара, потому что такого, как я сказал, нигде в мире нет. Есть все, но если вы будете на весы брать воздух, чистоту его и вкус этого воздуха, то вы поймете, что другого в мире воздуха нет, кроме Ялты. Также Вилли Токарев признался, что ему очень нравится дарить свои диски, и в подтверждение этому он дарил их прямо на Ялтинской набережной людям, которые подходили к нему с просьбой об автографе или совместной фотографии. Какова же была их радость, когда знаменитый шансонье не только с удовольствием выполнял просьбу, но еще и делал такой неожиданный и очень приятный подарок. В общей сложности автор привез и подарил крымчанам в Севастополе, Ялте, Симферополе более 1000 новых дисков.